Нанулі, виглядаєте просто чудово. А як обирали сукню? Це було в Нью-Йорку. Я обирала десь із 10 варіантів. Ця сукня мені сподобалась найбільше. Бо, знаєте, у інших я виглядала так, наче мені 55. Как бы на балу так получается, что каждый дизайнер выбирает каждую дебютантку. А она была в Нью-Йорке, когда ей позвонили, сказали, что Оскар де ла Рента ее выбрал. Это было очень кстати, потому что у них там огромный бутик, собственно, и она вот выбрала это платье. Так получилось, что две сестры, одна из которых говорит на русском языке прекрасно, но она Нули знает прекрасно много языков, французский, английский, грузинский, но не говорит по-русски. Между нами 20 лет разница, я все-таки ребенок Советского Союза, я как бы выросла в Тбилиси, еще грузинская СССР. Она родилась уже в Париже после распада Советского Союза. И выросла в Париже, она живет в Париже, настоящая парижанка, у нее и паспорт французский. Поэтому, ну, с кем говорить? Дома они говорят по-грузински, а она в школе по-французски или там по-английски. Вот, к сожалению, так, но она сказала после московского поездки, что она обязательно выучит русский язык. В сім'ї Шеварнадзе остались грузинські традиції. Незважаючи на те, що ви живете у Франції, у вашій родині залишилися грузинські традиції. Ну, іноді ми їмо грузинські страви. А ви вмієте готувати щось грузинське? Готувати? Та я навіть салат не вмію приготувати. Два листки салату скласти докупи не зможу. Кухар з мене нікудишній. Ми дуже демократична грузинська сім'я. Тобто нас вчили бути хорошими дівчонками, але особо з ума не сходити теж. Ви, Софіко, теж не готуєте грузинські блюда? В порівнянні з сестрою вмію готувати одне блюдо. Рідко, але метко. Це чекапулі телятина в білому віні. Ви пам'ятаєте свій перший вихід в світ? Я же ребенок лихих 90-х, у нас тогда не было таких баллов, что прямо вот выход в свет, наверное, все-таки первая инаугурация дедушки в Грузии, да. Какой была первая инаугурация дедушки в Грузии? Что вы запомнили? Потому что это было светское событие. После официальной части был, конечно же, прием. Больше, чем светское, это все-таки было очень ответственное мероприятие. Я там не думала про себя, то есть это был национальный праздник тогда, и это не касалось только меня и моего деда, это была прямо вся страна. Мы все были очень горды, и просто это было очень красиво.